Так, вот дальше. Павильон Сингапура. Посмотрите, какая красота. Сколько здесь зелени. Елена здесь фотографируется. Здесь, кстати, проверяют температуру. Вот. И сразу надо руки обрабатывать санитайзером. Смотрите, сколько зелени. Красотища. Это же сколько надо сажать, сколько горшочков посадили. Сразу чувствуется кислорода много, да? А они крепко, Лена, они крепко стоят. Горшочки. Нет, вот внутри, смотри. А зачем ты вот таскиваешь? Сколько зелени, ребята. И все, смотрите, это горшочки, горшочки. Куча горшочков. А мы идем по такому мосточку. Везде увлажнители воздуха. Ну, надо создать такой климат тропический. Посмотрите, горшочки такие. Маленькие горшочки такие. Орхидеи. Это живые орхидеи, да? Живые, да, живые. Вот они в горшках. Красота. Вот смотрите. Вот. Смотрите. Орхидея какая. А здесь какие-то это. Сколько много цветов. Смотрите. Как интересно. Вот птичка. Мы грызем орешки, и она захотела тоже. Вот такие у нас орешки. Разные. Вот она уже. Тише. Она уже осмелела. Прям к нам подошла. И стыдница. Если вы поставили 13 штампов, то получите еду. Вроде бы еду. Да, это Терра. Ну тут кафешки. А вот мы хотим пойти в туалет. Лена, чё? А? Посмотрите, как красиво здесь. Тут встала, видите, за вас. Просто? Как здесь приятно. Вот мы зашли. Это Терра. Слово, ну как сказать, Терра это, не знаю, кто, ребята, знает, скажите. Это что-то такое вот весной, джунгли. Вот. Террариум, змеи там. А, грибы, смотрите, здесь всякие. Вот, и звук такой устрашающий. А тут что? Консумпион. А тут всякие игровые автоматы здесь. Вот. Детишки здесь играют. А это перерабатывается. Бутылочки. Посмотрите. Вот. Лена, вот смотрите, бутылки как перерабатывают. Лен, слышишь? Здесь аквариум такой с рыбками. А рыбочки.
Это все в Терри. Пристала Лена. Вот. Вот ее кишечник показывает. Это не мой кишечник, это будет как у тебя. Что-то у нас кишки одинаковые. Да, это сердечко бегает. Это не сердечко. Здесь надо заполнять. Что там заполнять? Ой, color your choice. Мой цвет любимый. This is your gender, female. Интересно. Мне сколько лет? Смотрите, я вышла. Class interview name. Я пишу Татьяна, да? Татуана, next. А что такое рекорд? Рекорд, что такое рекорд? Стоп. И что это означает? Посмотрите, вот такая инсталляция. Это все в Терри. Зашли в Филиппины, ребята. Смотрите, вон наверху можно туда залезть. Красота. Да, деревья, люди там. Вот павильон, смотрите. Это Канада. А, тут просто этот, сцена. Можно поваляться. А тут концерт будет вечером, ночью. Ну, все лежат на травке. Сколько ходить, конечно, охота лежать. Смотрите, какое ковровое покрытие. Вот так все прилегли здесь, отдыхают, кто-то кушает, кто-то сотку заглядывает. Красота. Интересно, а травка какая? А, это искусственная. Искусственная травка. Ой. Искусственная трава. Смотрите, вот это вот Малайзия. Так, мы в павильоне Малайзии. Кстати, здесь такой мост. Мы были когда в Малайзии. А тоже ходили по такому мосту, когда были в аквапарке. Лаган. Лаган. А здесь вот, смотрите, такие цветочки.
Это искусственное. Long before human arrival, this land was forest. Hundreds of thousands of animals and plants thrive in this lush space, playing a vital role in the global carbon and water cycles, making the Earth a habitable planet, and making Malaysia the 12th mega biodiverse country in the world. In 1992, when the world united to address the emerging ecological crises at the United Nations Conference on Environment and Development, or better known as the Rio. This is known as Tree of Life, which is made above 2,600 eligible. This is known as Tree of Life because we are getting so much products from the plant. Малайзия тоже развитая страна. Юго-Восточной Азии. А вот Таиланд, смотрите. Наш любимый Таиланд. Но здесь столько народу много. Видите, какая красота. Just only 1 minute, 1 minute. We will proceed to the second half together. So right now, feel free to take any pictures or video. This is just the first exhibition called Thai Mobilities. In front of you over here, you will see the vehicles that represent our mobility. The first one is Ramayana Korean Chariot, music called Thai traditional dance. The second one over here is Supanamo Mango Bar, first built in 1911. And we're still using it until nowadays to transport our king and queen on the river in Loyal Barkers. Не знаю, все стали так. Не знаю, думает, что вы можете. Today, it's Thailand! Oh, something's awesome. Woo!
as excited about the spicy, the balance, and the diversity of Thai food. Все сидят, кушают тайскую еду. А вот меню. 44, 47. 65, а? Тебе возьми, меню возьми. Ну здесь... Ой, мокро, что ли? Да, мокро. Куда идти? Ну, я не знаю, мы здесь как-то зашли. Мать хочет что-то заказать. Лена! Смотрите, здесь такие цены. Том-ям 47. Спринг-роллы 44. 44 это сколько? В общем, зашли в тайскую кафешку. Захотела я под тай нудлс. Вот, за 49 дирхам. Тогда давай вот такой возьмем. Это рис получается 6800 тенге. Так, сидим в тайской кафешке. Я хочу взять под тай чикен. Стоит 49 дирхам. Или на наши казахстанские тенге получается 5800. Смотрите, какие салфетки у них. Прям ложки, вилки аж сияются. И вот такие салфеточки. Little Bangkok. Так, вот такой подкай. Вот это Иран, но здесь вообще никого нет, народу. Все уже расходятся. Ну, смотрите, я думала, это... А, это да, это деревянные. Такие, как шторины. Тут иранские ковры. Ну, смотрите. Смотрите, цена какая. Это шелковый ковер. 38 месяцев его шили. Это шелк. Смотрите, какой павильон. Мобильный. Мобил. Огромный-огромный. Не входит в обзор. А здесь вот павильон Австралии. Там кенгурушки. Фотографируются с кенгурушками. О, скакун. Так, вот мы в павильоне «Россия». Сейчас поднимаемся наверх. Это наша земля, что ли? А куда сейчас?
такие вагончики. Здесь еда, конечно, дешевле, чем мы вот в тайском ресторане поели. В принципе, ну, чуть-чуть дешевле. Вот такие цены. Шаурма. А здесь что, бургеры? Тагю, что такое? И пёс один. Чикен биф. Мексиканский. Не надо шаурму, Лена. Да? Мексиканский, а вот там бургер есть. Он здесь. Женя взял такие бургеры. Смотрите, в таком пакете. Фирменном. Три бургера по 39 обошлось 117. Так, все вместе, в общем, он заплатил за три бургера. Потом вот эта водичка, да? Вот такие баночные напитки. И все обошлось. Это 147. Дирхам. Вот такие цены на экспо. Смотрите, вот так вот выглядит бургер. Очень вкусный. Мясо настоящее, тесто прям нежное-нежное. Тает во рту. Вкуснятина. Арабские Эмираты. Уже так долго стоим. Почти полчаса. Ну, сейчас хоть меньше народу ночью. А днем вообще это было какой-то кошмар. Ну да, еще на солнце стоять. Это вообще что-то. Ну, хочется посмотреть Эмираты. Павильон Эмирата. Смотрите вокруг, как красиво. Все сверкает огнями. Сейчас пока просто замечательно. Хорошо, по-русски. Здесь русские работают. То есть не русские, а со стороны СНГ. О, прям как приятно слушать свою родную речь. О-хо-хо-хо. Здесь еще вот сидят все. Что нам сказали, посидеть здесь? Здесь в дубайском павильоне в Арабских Эмиратах так строго. Вот дают всем номерочки такие. У входа вот так ждешь, а потом там на диване сидишь, ждешь. И наконец-то вот мы идем. Ох, красота, красота. Неземная.
У меня же ноги все болят. Ну, считай, с утра ходим. А время уже 9 час. Представляете, мы сколько ходим? Километраж какой. Смотрите, какая красота здесь. Павильон Арабских Эмиратов. А тут пески вот настоящие. Смотрите. Запах такой. Ух, запах. Арабский запах. Смотрите, какой рисунок на песке. Раньше вот так вот жили арабы. Были пески, пески кругом. Какая красота! Смотрите. Сиденье двигается, чувствуешь? Да, двигается сиденье, говорю тебе. Почему сиденье двигается? Современные Арабские Эмираты уже. Современные технологии.